Сегодня в Екатеринбурге стартовал «Иннопром-2022». В главной промышленной выставке России участвует порядка 30 иностранных государств и 60 регионов нашей страны. Сегодня на открытии побывал глава правительства Михаил Мишустин. Вместе с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым он осмотрел стенды делегации и принял участие в стратегической сессии. В этом году все дискуссии сосредоточены вокруг поиска новых логистических цепочек и обеспечения технологического суверенитета. Необходимо обладать собственными компетенциями, ресурсами и технологиями. Это непростая, но посильная для России задача. Главное, что у нас есть хорошие заделы. Во многом именно это позволило нашей промышленности устоять и избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты. В целом, российская промышленность продемонстрировала устойчивость, подтвердила свою способность быстро адаптироваться к новым вызовам. За 5 месяцев объем промпроизводства вырос почти на 3% в годовом выражении.